Реконструкция развязки улиц Любимого, Павла Большевикова и Кохомского шоссе завершена. Качество выполненных работ оценили губернатор региона Михаил Мень и глава городской администрации Александр Кузьмичев. Увиденным чиновники остались довольны. В сжатые сроки в рамках одного строительного сезона дорожники проделали большую работу. Подрядной организации пришлось немало понервничать из-за множественных коммуникаций на этом участке дороги. Сам по себе очень тяжелый проект по всем нормативным документам. Это уширение должно было быть выполнено за 14 месяцев. Мы эту работу произвели за 5 месяцев. И большое количество коммуникаций в газонной части, оно само по себе производило сложности в работе. Необходимо было, прежде чем выполнить работы, организовать взаимодействие всех 9 организаций субподряда, которые отвечают за свои коммуникации. На реконструкцию транспортной развязки было направлено 117 миллионов рублей. В следующем году ремонтные работы планируется продолжить. Кохомское шоссе станет шире. Контракт будут расторговывать в декабре текущего года. В следующем году, уже практически в зимний период, мы начнем работу по переносу и установке новых линий опор освещения. И я думаю, что в середине лета Кохомское шоссе будет полностью открыто для движения с новой дополнительной полосой. Преобразится в следующем году не только Кохомское шоссе. Губернатор сообщил, что для ремонта улиц областного центра в дорожный фонд области заложено 500 миллионов рублей. Любовь Пощерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.